Как победить рак? Высокие технологии, лучшие ученые-медики совместно борются за здоровье. На Алтае проходит большая конференция онкологов. Приехали лучшие врачи России и мира. Два дня они будут обсуждать методы борьбы с заболеванием, от которого страдают больше 3 миллионов россиян. Среди участников конференции ведущие эксперты со всей России, Сибири, Казахстана, руководители крупнейших центров онкологии имени Блохина, Петрова, Мечникова и даже крупнейшего мединститута США Джонса Хопкинса. Встреча не случайно проходит в нашем регионе. Ежегодно алтайские врачи внедряют 20 новых методик лечения и профилактики рака и получают по 5-6 патентов на свои изобретения. По их словам, основа борьбы против рака – ранняя диагностика заболевания. В этом случае процент излечения почти 90%. Сегодня край практически ни в чем не уступает западным методикам. Конечно, еще сегодня мы не можем сказать, что мы всех можем излечивать больных. Наука пока еще этого не достигла. Но сегодня 85% больных имеют перспективу на выздоровление. Это наше достижение. Разные формы рака сегодня имеют больше 3 миллионов россиян. Каждый год эта цифра увеличивается на 500 человек. В Алтайском крае на учете больше 160 тысяч больных. Большинство из них проходят лечение в онкологическом центре «Надежда».